Студенты техникума экономики и права тоже решили поздравить жительниц Люберец с праздником. Ранним утром юноши вышли на улицы города с букетами мимозы в руках. Свою акцию в честь Международного женского дня они назвали «Весенний букет». Главная цель акции, как говорят сами студенты, просто сделать приятное женщинам в канун праздника и дать еще один повод для улыбки. Спасибо большое. Поздравляю всех девушек и женщин с праздником 8 марта. Желаем самого лучшего и успеха в ваших начинаниях.